Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Где дома нельзя хранить деньги? 5 мест, которые навлекают бедность. Многие из нас не доверяют свои личные сбережения банкам и предпочитают хранить наличные дома. При этом, как говорят эксперты в области эзотерики и фэншуя, денежные средства – это довольно капризная сфера жизни каждого из нас. Возможно, вы даже не знали о том, что есть определенные места, где не следует хранить свои деньги. В противном случае можно навсегда забыть об успехе именно в сфере финансов. Каким же должно быть место для хранения денег? Во-первых, это должно быть безопасное место, в котором средства не найдут взломщики, если они сумеют проникнуть в ваше жилище. Во-вторых, хранилище для ваших ценных вещей должно быть энергетически сильным. Эзотерики рекомендуют хранить свои сбережения в юго-восточной части дома, ведь именно там располагается так называемая зона богатства. К тому же нельзя забывать о том, что в доме каждого из нас есть 5 мест, где хранить деньги не стоит, чтобы капитал не начал уменьшаться. Что же это за места? Расскажем прямо сейчас. Прихожая. Эзотерики утверждают, в этом помещении скапливается просто невероятно огромное количество отрицательной энергетики. Она входит в ваш дом, когда вы открываете двери, просачивается через порог. Вы должны понимать, что негативная энергетика ни в коем случае не должна пересекаться с потоком финансов в вашем жилище. Потому эта комната категорически не подходит для того, чтобы в ней хранились деньги. Спальня. Хранить финансы, особенно в больших количествах, не следует и в спальне. Специалисты в сфере фэншуя говорят о том, что деньги здесь словно впадают в спячку, а значит, не будут накапливаться. Конечно, зарплату можно класть на одну ночь под матрас, но после этого вашим деньгам нужно подобрать другое место. Туалет или ванная комната. Наверняка в самых разных фильмах вы могли увидеть, как деньги и ценности прячут в сливном бачке унитаза. Такой подход тоже неверный. Ни ванная комната, ни туалет не могут стать хорошим местом для сбережений. Они словно уплывают от своих хозяев. Фотографии и книги. Довольно часто люди делают заначки в книгах или фотоальбомах. Если вы тоже так делаете, не удивляйтесь тому, что деньги у вас не задерживаются. Все дело в том, что эти предметы нередко являются источниками отрицательной энергии, а потому держать рядом с ними деньги просто противопоказано. Где же хранить свои деньги? Наиболее благоприятное место, которое подходит для того, чтобы хранить деньги, это кухня. У этой комнаты удивительно положительная аура. Рядом с местом хранения следует разместить денежные талисманы. Можно даже установить небольшой аквариум с рыбками. Правда, чрезмерное количество декора может, напротив, привлечь в вашу жизнь бедность. А где чаще всего храните свои денежные сбережения вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.